Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хочу предложить вашему вниманию интересную монету, на которой изображена экзотическая птичка. В 2012 году Новая Зеландия запустила серию серебряных монет, которая называется «Сокровище киви». Эта серия печатается по одной монете каждый год. Каждый год меняется дизайн. И она печатается по сей год. Даже есть уже киви 2019. У меня эта монета 2013 год. Птица киви является эмблемой Новой Зеландии. Ее печатают на многих денежных знаках, которые ходят в свободном хождении, в магазин, подобно ходячки, короче говоря. Ну и также выпущена вот эта серия. Вес монеты 1/3 унция, тираж 5000 штук, качество зеркальное пруф. Вот такая вот птичка киви. Очень интересная. Необыкновенная птичка. Номинал монеты 1 доллар. Вес 1/3 унция. Год выпуска 2013. Я пыталась найти монету 2012 года. Ну, пока я нашла ее на eBay за 140 долларов. Я пока в раздумье. Я положила в корзину ее. И пока что я думаю, может, я найду дешевле. Вот такая птичка. Упакована она в коробочку, как полагается. Вот, в коробочке она идет. И с сертификатом. Вот мой номер 984. Постараюсь купить 2012 год. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Если вам интересно, ставьте лайки, пишите комменты. Всего вам хорошего. Пока-пока.